Всем привет! И снова Скульптрис Альфа 6. Сегодня научимся делать заставку, по которой будем лепить модель. Поехали! Для начала нам нужен Corel. Corel Drive, 13 или 14 модель выпуска. Открываем рабочую зону. Вот такая у нас зона здесь рабочая, высвечивается поле, уменьшается, перетаскивается. Теперь мы сюда должны добавить фотографии разных ракурсов, профиль, фас, анфас того актера или модели, которую мы будем делать. Приступим. Вот у меня тут заготовлены уже. Перетаскиваем просто в Corel. Устанавливаем их, как нам удобно. Профили лучше, конечно, на правую сторону, фас по центру или наоборот. Фас налево, кому как удобно. Получается вот такая комбинация у нас. Все мы это выделяем, копируем, вставляем и немножко, если где-то разные фотографии попадаются у вас, обрезаем. Обрезать нужно, чтобы не подходило к полю экрана. Вот так вот чуть-чуть сейчас сделаем. Здесь можно обрезать чуть-чуть. Вот, получается у нас вот такая вот рамка. Можно вот так чуть-чуть еще тут приподнять. И два клика по картинке. Нажимаем стрелку, оттаскиваем, с которой делали, удаляем. Она будет уже не так себя вести. Уменьшаем по полю. Жмем сохранить как. Ждем. Программа портативная, медленная. Ну ничего. Подождем. В поле высвечивается сохранение документа, где написан безымянный. Пишем, как хотим назвать эту картинку. Сохраняем обязательно в формате метафайл. Выбираем куда и жмем сохранить. Обязательно высвечивается текст, кривые. Текст должен быть как включен, иначе потом изображение будет поведенное, кривое. Жмем ОК. Все, картинка сохранилась. Больше нам эта программка не понадобится. Мы ее закрываем. Теперь открываем рабочий стол, то место, куда мы сохранили, вот он документ. И открываем с помощью Paint, стандартной программы Windows. Нажимаем сохранить как, сохраняем в JPEG файле.
Все, сохранился. Этот можно удалить, он нам больше не нужен. Открываем программу, жмем Background, в опциях находим эту картинку, открываем. Вот она у нас установилась. Без искажений, профиль не повело, четко легла. И теперь можно приступать, смотря, не отвлекаясь на те или моменты, искать эти картинки разные, крутить их, посматривать. Можем тут на месте уже смотреть, как надо нам крутить. Ну, давайте откроем модель. Я ее уже сделал. Вот она загружается. Вот модель у нас такая. Не любит программа считывания с экрана видео. Часто стало вылетать. Первый раз у меня такая проблема появилась. И вот у нас модель. Мы ее можем состыковать. Смотреть, что не так. Если надо, немножко подправить. Вот так она выглядит. Эта форма. Не любит считывание программы в качестве видео с монитора. Видно, ей где-то мешает. Но для работы, если вы работаете, вам это не надо. Программа вылетать не будет. Вот так вот и лепите, смотря на разные ракурсы, сравнивая. Подгоняя. Вот. В принципе, все, что я хотел показать. Работать я уже объяснял, как с перьями, с кнопками вот этими. Ну и все. До свидания. Дерзайте. Хотелось бы увидеть ваши работы. До свидания.